столовой школьной повар тетя Тоня готовила для школьников обед и слушала посудомойку Олю, которая кляла весь белый свет. Была она всегда без настроения, ворчала и бубнила целый день. И повод был всегда для осуждения, для критики всегда была мишень. Отдали лагерь беженцам с Донбасса. А чем их дети лучше, чем мои? Вон, посмотри, бегут они из класса, не отличишь, чужие или свои. Теперь мои страдать должны все лето. Не попадут на отдых. Эх, вот беда. А беженцы обуты и одеты, и все им на халяву, как всегда. Вздыхала тетя Тоня пожилая. Да что ты, Оля, придержи язык. Такого я врагу не пожелаю, чтобы ребенок к выстрелам привык. Ведь люди от войны детей увозят, бросают все нажитое добро. И ничего у нас они не просят, а рады, что им выжить повезло. Не верю я. Какие там бомбежки? Ну, может, постреляли там чуток. И стала жизнь потяжелее немножко. А им бы лишь уехать под шумок. Тут прозвенел звонок на перемену. И дети побежали на обед. Смеялись, баловались и шумели. Чужие или свои, различий нет. А Оля в раздражении махнула, рукой швырнув половники на стол, и с грохотом огромная кастрюля на кафельной упала гулкий пол. Раскатистое эхо полетело в обеденный просторный школьный зал. И тетя Тоня в шоке обомлела. От ужаса ребенок закричал. И там, и тут лежали ребятишки, прикрыв руками головы свои. Приезжие девчонки и мальчишки, познавшие все ужасы войны. И старшие собой закрыли младших, и в воздухе повисла тишина. И сразу стало видно, где тут наши, а где они, по ком прошлась война. Стояли только местные детишки, не понимая, что произошло. И все озорники и шалунишки притихли. Солнце теплое в окно заглядывало, лучиком сверкало в слезинках тети Тони на щеках. А Оля, побледневшая, молчала. Дрожал поднос с тарелками в руках. Не все спешат примерить чью-то обувь, шагнуть по незнакомому пути. Стараются набить свою утробу, а сострадание держат в заперти. Не замечают ни войну, ни горе, оберегая личный свой комфорт. Но о душе пора сегодня вспомнить, пока нам Бог для жизни шанс дает.